На севере Багдада прогремел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 2 человека, еще 8 получили ранения. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел. По предварительным данным, среди пострадавших есть несколько сотрудников правопорядка. Как сообщает агентство Синьхуа, террорист-смертник подорвался у полицейского КПП в шиитском районе Эш-Шула. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.